дорогие, пока никого дома, я решила сниму видео. Да, бардак, под кроватью у меня прячутся все подарки для моих сестричек. У нас сегодня 31-й, и да, жду вечера, чтобы им подарить, я хочу на реакции посмотреть их, надеюсь, что я всем угодила. А да, сегодняшнее видео будет мои, как вы поняли по названию, мои фавориты, мое открытие за 2012 год. Совсем мало у меня средств, у меня 6 вещей, которые я могу назвать серьезно, это топ-фавориты, это мое открытие. Я для себя нашла продукт, которым я на все 100% довольна, я буду им пользоваться, не знаю, пока его перестанут производить, потому что они серьезно очень классные. Конечно, за год я много покупала, и косметики, и уходы, и там столько-столько много. Ну, если сейчас я думаю, вот что мне вообще больше всего понравилось из вещей, из продуктов, там, не знаю, уход за волосами, за лицом. Эти 6 продуктов мне сразу в голову пришли, и я серьезно им пользовалась. С тех пор, как я их купила, я им пользуюсь без перерыва, я им довольна, я не разочаровалась. Начну с первой штуки, я вам показывала такой вот пояс. Видео покупки, не знаю. Внутри он такой черный, здесь тоже такой вот материал очень, знаете, он греет. И здесь он такой вот. Для чего этот пояс? Объясню еще один раз. Этот пояс вы надеваете на живот, и из этого материала здесь он нагревает вот эту область, на которой он лежит, он это очень сильно нагревает. То есть бока, живот. Если вы хотите плоский живот, если вы хотите, чтобы жир быстрее сжигается на животе и на боках, этот пояс оптимальный. Конечно же, не просто им ходить и жрать, и у вас будет сжигаться. Нет, конечно, вы должны как-то за питанием смотреть, ходить на фитнес и его носить. А я когда на фитнес хожу, я его одеваю, у меня пот льется, вы не представляете, у меня пот с этого пояса льется по заднице вниз, и у меня все мокрое, у меня даже через мои штаны вот этот пот виден. Это просто классный пояс, и он не просто сжигает жир на животе и на боках, он также еще делает талию, потому что вы его можете, как вам надо, вы его можете очень сделать узким, то есть чтобы он очень жмал все, если вы понимаете, да, и с этого появляется талия. У меня вообще талии не было, у меня было вот так вот, и я уже им пользуюсь, ну как бы я им очень пользовалась, потом перестала им пользоваться, потому что на фитнес не ходила, и сейчас я уже как бы не знаю, 2 месяца, наверное, я его каждый день надеваю. То есть перед тем, когда я иду спать, я его надеваю и утром снимаю. И у меня серьезно появилась талия, и я вижу свои кубики на животе. Это просто классно, потому что сколько я ходила на фитнес, всякие упражнения делала, бегала, сжигала жир, у меня почему-то кубики на животе никогда не были видны. Конечно, у меня там не прям классный кубик, у меня еще слой немножко жирка, то есть видно, что есть лишний жир, но немножко уже просвечиваются мои кубики. И эта вещь серьезно помогает, то есть она просто помогает в процессе быстрее это все, как это сказать на русском, в процессе того, что это быстрее у вас получилось. И самое главное, мне кажется, бока и живот это такая вещь, где очень долго надо заниматься, чтобы вообще был виден эффект, да, то есть я не знаю, бока это вообще такая зараза, если у вас есть бока, вы знаете, как трудно их убрать, сколько много надо заниматься, сидеть на диете, чтобы эти тупые бока убрать. По крайней мере, это у меня-то. И эта вещь серьезно классно помогает. И я сейчас на фитнес не хожу, но что я делаю, я это одеваю, да, перед сном. Я когда утром просыпаюсь, я снимаю, мне вот прям все мокрое. Или когда я просто иду возле дома прогуляться с сестричками, с родителями, я этот пояс тоже надеваю. То есть я иду, двигаюсь, и еще у меня вот это греет, и это тоже как бы маленькой занати. Дальше средства для лица. Это у меня средство умывалка Cetaphil. Я очень много вещей для лица пробовала. Я всякие разные покупала. И маски, и крема, и умывалки, и тоники, и не знаю, что еще. Ничего серьезно не помогало. Ничего не ощущает лицо. Ну, я пробовала, конечно, масс-маркет. Да? Из масс-маркета ничего мне так не помогало, чтобы я видела эффект. Потом я купила Cetaphil. $10 500 миллилитров, и у меня как уже год, как я этим Cetaphil-ом пользуюсь, у меня еще осталось достаточно много, то есть он у меня еще хватит, наверное, на полгода. Это средство просто чудо, то есть я все выбросила, я больше ничем не пользуюсь, кроме Cetaphil-ом днем и вечером, и также я с ним смываю макияж.
Сетафиль, он его тоже рекомендуют дерматологи. Его можно ежедневно использовать. Он такой состав, что он не ирритирует вашу кожу, то есть не идет раздражение. Запах тоже такой, да, то есть такой вот легкий, от него не идет никакое раздражение, да, бывает люди не хотят запаха тоже, раздражение какое-то им не нравится, такого нету. Им можно ежедневно пользоваться, он убирает жир, он убирает грязь, он очищает ваши поры. Серьезно, с этим средством у меня лицо настолько хорошее стало, то есть у меня не было проблем с прыщами. У меня просто была проблема, что моя кожа какая-то выглядела старой, не сияла, такая вот просто старая какая-то. Понимаете, что я имею в виду? Такая как будто, не знаю, не свежая, старая, и были какие-то красные пятна. И на самом деле красные пятна тоже не так легко скрыть, если у вас вот их везде понемножку. Я не знаю, как объяснить, но кожа была очень некрасивая. С этим средством я им пользуюсь уже, как его купила, так я ими пользуюсь. И у меня лицо такое классно стало, что мне даже часто не надо использовать тональник. Я просто использую увлажняющий крем, который имеет немножко тональника. То есть такое совсем-совсем легкое покрытие, которое ничего не скрывает, а просто уравняет ваш тон, ваше лицо и придает блеск. И такого я раньше никогда не могла использовать, потому что у меня было слишком много недостаток на лице. С этим средством у меня серьезно лицо такое чистое стало. У меня ни черных поров, ничего. Я могу просто посоветовать всем это даже заказать с интернета, потому что вы не пожалеете здесь. Он очень долго хватает, он очень хороший, ни раздражения, ничего не идет, и он серьезно помогает. Это просто классные вещи. Я буду этим пользоваться, пока они из производства его не уберут. Дальше мне две вещи: шампунь и кондиционер. Оба шампунь и кондиционер, они у меня веганские. То есть я как поняла и по составу, что здесь нет вообще никаких плохих ингредиентов, которые не должны быть. Например, как парабен или содиум лауриль, какой-то сульфат и там еще всякие там разные вещи, которые даже прочитать не могу, но их здесь везде нету. Это просто классно. Начну с шампуня. Шампунь тоже не продается в немецких магазинах, к сожалению. Можете посмотреть в интернете, если сможете купить. Но я серьезно, я им очень рада. Я столько много шампунев перепробовала, и никакие шампуни, вот масс-марка, там что Шварцкопф или Дав, это совсем не то. У них всех состав плохой, химический, который сушит ваши волосы, который просто вредит вашим волосам. То есть это шампунь, а каждый день, без сульфатов. У него какой состав? У нас здесь пантенол, какие-то протеины соя, какие-то протеины овощные, какое-то масло жожоба, какие-то масла цветов, витамин С, витамин Е. Состав у него тоже ничего, здесь я найти плохого не могу. Не тестируют на животных, и он веганский. И он серьезно хороший. Мои волосы стали очень хорошими. Этот шампунь серьезно моим волосам помог. И я больше ничего другого покупать и шампунев не буду, кроме этого шампуня. Это тоже мой топ-фаворит, топ-открытие за вот этот год. Если я бы его сразу нашла, я столько много денег не потратила бы на всякое это тупые шампуни, которые мне помогают. И то же самое. У меня сопли. То же самое у меня с кондиционером. Кондиционер выглядит вот так вот. У нас здесь пепперминт. Я не знаю, как пепперминт на русском. Пепперминт — это то же самое, как ментол, мне кажется. Это специально, чтобы укреплить волосы. Опять здесь у нас такой состав. Всякие разные масла, витамины. Он тоже веганский, то есть состав 70% органических, то есть хороший состав. Здесь не какие-то синтетические запахи, я не знаю, как это перевести, там парабен или сульфат, и фталаты, или как это на русском. Опять же, состав хороший, и ничего такого нету, чтобы портил ваши волосы. Состав написан 100% вегетарианский. Очень классные вещи. У него даже консистенция, знаете, как зубная паста.
Пахнет он очень свежий. Я его наношу всегда на все волосы, то есть с корней до конец. Когда я в душ оставляю там на 3 минуты, пока я там, не знаю, ноги брею или что там я делаю. Волосы невероятные. Они такие мягкие, такие хорошие. И я думаю, что серьезно, этот шампунь и этот кондиционер вместе мне серьезно помогли сделать мои волосы лучше, потому что мои волосы были сломаны, они были из соломы из-за всех этих крашеные, и что я осветляла волосы, красила, я опять осветляла, и у меня просто мертвые волосы были. Сейчас они у меня нормальные, то есть я их улучшила, но не стригла. Это просто классно. Это не открытие для 2012, но я вот до этого уже знала, но почему-то в 2012 я опять его решила купить и пользоваться. Это такой вот дезодорант. Можете купить в аптеке в Германии. Специальный дезодорант. Я не знаю, здесь какой-то состав специальный. Алюминиум хлорид. Алюминиум хлорид какой-то, то есть это специальный дезодорант для людей, которые очень сильно потеют. Он серьезно, он блокирует вот эти ваш пот, чтобы он не мог, не так сильно шел, и он серьезно помогает, вы не представляете. Я летом не могу надевать такие вот майки, потому что у меня все будет здесь мокрым, и вот до сюда все будет мокрым. Также же зимой. Я ношу черные свитера, но там не какие-то разноцветные, тоненькие водолазки, потому что у меня будет под мышками болото огромное. Это средство серьезно блокирует, и у вас идет меньше пот. Летом, конечно, когда жара, я все равно потею, но меньше, чем без этой штучки. А зимой у меня даже вообще ни пятно не бывает. То есть у меня мокро, но не так мокро, что у меня через кофту это все идет. Такие типа дезодоранты можно найти в масс-маркете, но они серьезно не помогают. И если вы хотите купить, пойдите в аптеку, скажите, вы хотите такого средства дезодорант, который блокирует, ну, чтобы вы не потели так сильно. Они сразу поймут, что вы хотите, потому что я тоже так сказала. Я не знала название этой вещи. И это стоит где-то 6 евро, и серьезно, у меня эта вещь уже, я не знаю, больше года, и у меня столько еще осталось. Классная, хорошая вещь. Серьезно, могу всем посоветовать. Она помогает для тех, кто страдает потом. Последняя вещь, это у меня тени. Я очень много косметики покупаю, но я как бы покупаю, я собираю. Я не тот человек, который делает разные макияжи. У меня мой ежедневный макияж, который я окрашиваюсь каждый день на праздники. Это мой макияж, это мне нравится, и я не люблю экспериментировать. Так что я, когда купила тени от Catrice, кремовые, вот эти вот, номер 60, с тех пор я ими пользуюсь. Вот они такие вот красивые, золотистые, оливковые тени. Мне кажется, это очень хорошо идет моим глазам, потому что у меня глаза зеленые, потом еще такой вот золотистый оливковый, мне кажется, очень красиво смотрится. И этими тенями пользуюсь, как я их купила, и до сих пор я ими пользуюсь ежедневно. Либо я вообще никакие тени использую, или я ими пользуюсь. Это просто классные тени, они так красиво лежат, они долго держатся, и считаю, что я им пользуюсь весь год, без перерыва, можно сказать. Я посчитала тоже их добавить в мои топ-открытия 2012 года. Это все на самом деле очень мало, но серьезные вещи, которые я могу вам посоветовать, это серьезно классные вещи, которые стоят свою цену, но вы не пожалеете, что вы их купили. Так что да, это все. Увидимся в следующем году.